Два года назад у меня погиб друг Лёха, повесившись на кухне. На данный момент я живу в той самой квартире. На стене висят иконы, я каждый день молюсь перед ними. Но еще хожу в церковь помолиться, мне от этого легче становится. Но вчера произошло самое страшное. Ночью мне приспичило в туалет. Я пошел, сделал свои дела, попил на кухне воды и возвращался в спальню. И как слышу стук в входную дверь. Кто-то стучит, и я иду открывать. Я подошел к двери и посмотрел в глазок. А там сука Катя Шмара с Ромой со своим смотрит на меня стеклянными глазами. Катя смотрит мне в душу через глазок и говорит мужским голосом. «Открывай, сучонок, дверь, мы сейчас будем тебя кушать!» Я разворачиваюсь и бегу в спальню, а там иконы перевернутые. Я открываю окно. Черт, третий этаж! Я беру связываю простыни и спускаюсь вниз и смотрю на дом. Ёб твою мать, это тот самый проклятый район, на котором я был с Лёхой. Короче, я иду дальше. Захожу в какой-то рандомный подъезд. Ё-моё, это чё такое? Передо мной стояли Катя, Рома, Лёха и мужик, который делает вид, что курит. Но это не они, это твари. И вдруг Лёха мне говорит нечеловеческим голосом. «Братан, оставайся тут, давай покурим!» «Да пошли вы к черту, мрази!» Злые гримасы и скорченные улыбки давали мне понять, что я попал. Я разворачиваюсь, открывая дверь, выбегаю из подъезда и бегу, куда глаза глядят. Эти мрази бегут прямо за мной и говорят своим гнилым голосом. «Вернись, сучонок, давай покурим!» Наконец-то я впереди вижу город, нормальный город. Там ходят люди живые. Я сажал в кафе, сел и присидел там до утра. Утром я уже пошел к сторону мусорки, нашел там веревку и табурет. Я пойду в подвал и повешусь.